Итак, пришло время объяснить мою мысль, так как чат все-таки не понял меня. Но тут ничего нового, собственно. Меня вообще мало кто понимает в этой жизни. Это, конечно, грустно, но да ладно. Давайте сейчас поподробнее. Когда вы пишете мне в чате, что я слишком как-то много себя критикую, как-то даже унижаю, почему-то мне некоторые пишут. Ну, смотрите, ребята, как раз-таки моя любовь к себе проявляется в отсутствии лицемерия к самой себе. Поймите, я никогда не буду говорить, что «О боже, я такая красивая девушка, там невероятная, что у меня все прекрасно во внешности, вот я тут такая богиня сижу». Не будет такого никогда. Давайте признаемся честно. Но нет во мне ничего красивого. Зачем я буду врать там, на публику, как-то самой себе? Ну, нет у меня такого, нет. Во мне много чего есть другого, классного. Но с внешностью я пролетела, к сожалению. Ну, вот так вот бывает в этой жизни. Сразу забегая вперед. Никакой пластики я не собираюсь делать. Я ее не делала, не делаю и не буду делать. Забегая еще вперед, как некоторые могут там мне предъявить. Не переживайте, как раз-таки денег хватает. И если мне нужно было бы, я бы пошла себя там, не знаю, переделала бы полностью свое лицо, допустим. Но я этого делать не буду, так как у меня другие приоритеты сейчас. Ну, это ладно, это личное. Я не буду тут, конечно, распространяться на стриме. Ну, вот, в общем, так. А когда я говорю вам, что вы у меня самые красивые и самые лучшие, я вам как раз-таки не вру. Я говорю искренне и правду. Вы действительно, каждый из вас просто офигенный. У вас внешность просто, я не знаю, миллион просто, я не знаю, из десяти, что вы на самом деле красивы. Но у вас это есть, у меня этого нет, ничего страшного. Всяко бывает, кому-то достается мозг хороший, кому-то достается долгизм. А, это и это моя остановочка. Ну вот, с внешностью пролетела. Не надо мне вот это писать, что я там себя как-то унижаю, гноблю, не люблю. Я себя очень люблю как раз-таки. Ну, это к этой мысли надо дойти.